нельзя сказать, конечно, так однозначно, что на ровном месте. Контратака от Бейла. Втроем. Элинью атакует и проходит передачу, но не залетает мяч в ворота. Чуть тянулся Криштиан Роналдо. Не смог хорошо мяч подработать под удар. Ну и не залетел он в сетку. Очень обидная ситуация. Конечно, хотелось бы в самом начале матча захватить инициативу, завладеть преимуществом, но не получилось этого сделать. Конечно, ни в коем случае не стоит расстраиваться после таких моментов. Нужно стараться сохранять хладнокровие и продолжать действовать в свойственной себе манере. Стараться навязать сопернику свою манеру игры. К сожалению, небольшие. Подвисание, но очень быстро трансляция возвращается. Обоюдоострая игра идет сейчас. Гаррет Бейл хорошо сыграл голкипер и забирает мяч в руки. Хотел сказать о том, что обоюдоострая игра идет с чуть большим, конечно, преимуществом от Романа, от Элиньо. Есть небольшие провалы в обороне у его соперника, но пока что не удалось его наказать. В одной ситуации мяч предательски пролетел рядом со штангой, во втором моменте уже голкипер, конечно, оставил без мяча оппонента своего. Уверенно забрал мяч в руки. Очень неплохой пас проходит на Криштиану Роналдо, но запихал его защитник. До ворот метров 18, наверное, нет, простите, чуть больше, 21 метр. Чуть раньше было нарушение, удар по воротам в ближний угол. Чуть выше мяч пролетает. Странная ситуация, вроде совсем не сильно пробил Азиф по воротам. Мы с вами видели буквально полтора квадрата. Но все равно мяч пролетел мимо ворот. Криштиану за счет Бербата спина смещается в центр штрафной. Пытался еще раз уйти от защитника, но все-таки наткнулся на другого. И уже снова звучит свисток. Хамес Родригес. Еще один заброс проходит на Криштиану Роналдо. Тот бьет по воротам и залетает первый гол в сетку от штанги. Большое количество штанг мы с вами лицезреем в этой версии FIFA. Сплошь и рядом мяч попадает то в штангу, то в перекладину. Но в этот раз штанга сыграла за Романа, и он таки открывает счет в этом матче. Хороший контроль мяча, техничный дриблинг, отличный заброс и точный удар. Все, что нужно для успешного завершения атаки. Наиграл Роман, как мне кажется, на этот гол. Небольшие погрешности в обороне присутствовали у Азифа, и вот это дало о себе знать. Хамес Родригес на замахе убирает защитника, но подстраховка на месте. Правда, снова мяч отскакивает Хамесу, и удар в ближний угол. Не очень сильный удар, да и голкипер занял нужную позицию, мяч забирает в руки. Очередная, правда, атака идет, и штанга еще одна, но снова оказывается мяч в сетке. Задавила линию своего оппонента. Немножко растерян сейчас Азиф. Хоть и старается сдерживать свои эмоции, но видно, что, конечно, расстроен. До конца матча еще много времени, еще будет наверняка куча возможностей перевернуть ход игры. Пожелаем Азифу в этом успехов. Ну и будем дальше наблюдать. Пока что Роман доминирует на всех участках поля абсолютно. Торопился уйти в отрыв футболист вне игры. Друзья, большая просьба. Отпишите, пожалуйста, в чат, если вам не сложно, как обстоят дела со звуком. Стоит ли, может быть, как-то слегка сделать звук игры погромче. К
Криштиану Роналду на контратаке. Пытается отпихнуть Рамоса корпусом. И, к сожалению, опять ненадолго у нас подвисает картинка. Но атака, как мы видим, даже до удара не дошла. Хорошо, друзья, спасибо большое, что отписались. Тони Кросс. Очень долго. Тони Кросс далеко не самый шустрый футболист. Неплохо мяч контролирует, хорошо открывается. Может пробить поворотом. Отлично, но в этой ситуации защитник оказался куда шустрее. Уже Роман снова атакует. Бейл. До ворот метров 18. Бейл! За счет замаха пытался мяч под удар подработать. Но и под левую ногу пытается Роман мяч переложить. Оно и понятно. Гаррет Бейл левша. С левой ноги бьет куда увереннее. Можно было пробить с правой. Но что-то мне подсказывает, Роман слегка не поверил, что так легко удастся за счет замаха переиграть своего оппонента. Азиф пока действует практически только на контратаках. Не сказать, что возникали опасные моменты у ворот Романа, но полумоменты были. Не хватало лишь точного завершающего паса. Бейл. Рвется по флангу Гаррет Бейл. Пытался навязать борьбу Марсело, но бразильского защитника отпихнуть от мяча крайне сложно. И тут какой-то небольшой пожар сейчас возникает у ворот и линию, и вынужден он фалить. Подобный штрафной уже был в первом тайме, тогда Азиф пробил чуть выше ворот, удар, и снова чуть выше ворот мяч летит. Раздосадован, конечно, игрок. Напоминаю, друзья, Илиньо слева у нас с вами на экране, Азиф справа. Илиньо играет в белой форме, Азиф играет в темной. Серия матчей Best of 3 в сетке виннеров нас с вами ожидает в этом противостоянии. И напомню, что проигравший не выбывает из турнира, падают в лузера, но там уже матчи будут проходить по в системе Best of 1. Будет сыграна всего одна игра. Совсем недавно мы с вами наблюдали за турниром Дружбы народов, за Кубком Дружбы народов, который проходил из Ташкента. Я тоже его для вас комментировал. Там все матчи и в виннерах, и в лузерах были сыграны по системе Best of 3. Но там в сетке плей-офф, если я не ошибаюсь, было всего 16 киберспортсменов. Здесь же осталось 64 участника. Вчера половина была отсеяна после группового этапа. Именно поэтому, для того, чтобы турнир не затянулся до глубокой ночи, да и, я думаю, до раннего утра, организаторы решили в лузерах сделать Best of 1. Абсолютно грамотное решение. Хамес Родригес. Дальний удар от Хамеса, и летит мяч под перекладину, но вытаскивает голкипер. Криштиану чуть-чуть не дотянулся до мяча. Криштиану очень прыгучий игрок. Да вообще игрок великолепный, один из сильнейших футболистов. Не только в FIFA, но и в мире, да и было бы логичнее, наверное, сказать наоборот. Не только в мире, но и в FIFA. Замечательная реализация. Отличные передачи, шикарный дриббинг. В общем, можно перечислять и перечислять его сильные стороны. Выбивает мяч вперед испанский голкипер, но пережал немножко. И Линьо, да и передача, конечно, не самая лучшая у вратарей. Следует, конечно, стараться сыграть поаккуратнее, если вы хотите мяч сохранить. Но, с другой стороны, в таких моментах иногда хочется просто отвести опасность от ворот за счет длинного выбивания. Гаррет Бейл дальше на Хамеса. Хамес налево передает мяч на Криштиану Роналду. Зажимает замах с зажатой клавишей L2 и линию. И смещение пошло в центр. Очень хорошо раскачивает своего оппонента. Можно было отдать пас в центр под удар на Карима Бензема, но и линию мяч держит. Продолжает показывать нам шикарный дриблинг.
Но до удара опять дело не дошло. Ошибается Азиев. Очень быстро снова мяч оказывается у Романа Елисеева, но снова защитники его выцарапали. Варан. Заброс вперед. Удается побороться. Карвахаль. Передача вперед. По флангу. Бейл тут же прокидывает мяч сильно вперед. Смещение от Бейла. Навес на дальнюю штангу. На офсайде находился Криштиану Роналду. Не было офсайда. Все же не было положения вне игры. Ничего себе. Но в таких моментах, конечно, очень сложно понять, был ли офсайд. Точно могу вам сказать, что у набегающего игрока на дальнюю штангу офсайда никакого не было. И, скорее всего, именно туда направлял свою передачу и линию. Но в любом случае в ворота мяч не залетел. Хотя ситуация, конечно, была очень опасная. Идет своеобразный all-in Азиев. Ставит 4-2-4. И линию играет узкой схемой 4-1-2-1-2. Сейчас получается чуть большее сосредоточение игроков на флангах у Азифа. А Илиньо, в свою очередь, наоборот, пытается пройти через центр. И пока у него это очень хорошо получается. Криштиану Роналду. Передача. Чуть не доходит до напарника. Кросс. Продолжает мяч держать. Никуда Роман не торопится. Время неумолимо идет вперед. Удар по воротам. И еще один красивый гол влетает. Лука Модрич переиграл за счет замаха одного из защитников. Вышел на ударную позицию. И красиво щечкой положил мяч в дальний угол. По первым 15-20 минутам игры трудно было сказать, что таким матч станет односторонним, по крайней мере, по счету. Потому что действительно игроки оба показывали хороший, уверенный футбол. Казимиро налево передача. Еще один удар мог залететь в сетку. Точнее, конечно, мяч мог залететь в сетку после удара, но рядом со штангой он пролетел. Так вот, хотел сказать, что все-таки затем опыт сказался, Роман забил гол, и чуть менее уверенными стали действия от Азифа. Расстраивался он, пропуская каждый последующий, и в конечном итоге не удалось забить даже гол престижа. Ну, тем не менее, друзья, напоминаю, в серии матчей Best of 3 будет еще возможность у соперника Романа себя проявить в следующей игре. И даже если он проиграет, ждет его сетка лузеров. Будет у него еще возможность реабилитироваться, но там, конечно, будет сложно. Легким движением ноги оставил соперника неудел. Пожалуй, одна из последних атак в этом матче. Криштиану Роналду. Очень хорошо мяч держит. Казимиро уходит от своего оппонента и бьет по воротам. Не самая лучшая реализация этого бразильского опорного полузащитника. Довольно-таки плотно он играет в центр поля, умеет мяч отобрать, но по воротам, как мы видим, не всегда попадает. Заканчивается первая игра. Поздравляем Романа с победой, но это лишь первый шаг на пути к следующему раунду. Видимо, договорились, ребята, о каком-то небольшом перерыве. Но практически уверен, что матч вот-вот начнется следующий. Играют теми же командами. На 100% не уверен по поводу регламента, но, скорее всего, нет здесь никаких ограничений на то, каким коллективом вы будете играть. Недавно в Ташкенте обязательно было условие выбора 4 команд участниками. Нельзя было играть 2 игры одной и той же команды подряд, если вы не сыграли по одному матчу за предыдущие свои составы. Но здесь чуть-чуть другие условия. Все-таки Кубок России.
Да, Барон, это первый матч на сегодняшней трансляции. Вообще, насколько я понимаю, первый матч. Параллельно будем наблюдать за турнирной сеткой. Естественно, за каждой игрой посмотреть не получится, потому что, напоминаю, еще 64 участника борются за призовой фонд в размере 100 тысяч рублей. Продолжают бороться. Начинается вторая игра. Первая закончилась со счетом 3-0 в пользу Илиньо. Роман действовал очень уверенно. Создал приличное количество моментов у ворот своего оппонента. И начинается вторая игра с опаснейшей атаки. Лишь Пепе смог опасность отвести от ворот. Криштиану Роналду торопится Азиф. Не нужно было, конечно, смещаться сейчас в сторону защитника Романа. Можно было попробовать поставить корпус. Криштиану Роналду выходит один на один на пятой минуте и сразу же забивает гол. Обескураживающее начало для Азифа. Мне кажется, не отошел еще молодой человек от поражения в первой игре. Возможно, нужно было взять паузу чуть-чуть побольше. Одной минуты не хватило. Роналду пытался пробить издали, но сразу два игрока рядом с ним находились. Однако бьет по воротам Тони Кросс. Метрах в полутора мяч просвистывает рядом со штангой. Неплохой был удар, но все же не до конца, как мне кажется, подработанный. Не хватило вот этого одного касания, которое сделал немец перед ударом. И вот потери в центре поля. Подача. Там есть Гаррет Бейл. Бейл. Хорошо смещается в центр Бейл и бьет поворотом, попадая в своего же игрока. Обидный момент. Не очень сильно пробил Роман в этой ситуации, но мяч вполне мог залететь в сетку, учитывая финишинг Бейла, учитывая то, что до ворот буквально было 10 метров, если не меньше. Очередной заброс проходит на Гаррета Бейла, но здесь Марсело. Бензема. На замахе пытается убрать Рамоса, тот отпихивает француза. Данила снова на Бензема и снова уверенные действия от защитников. Варан направо на Карвахаля. Дальше через Модрича пытался отыграть Илиньо. Но сейчас уверенно довольно действует Азиф в центре поля. Мяч перехватывает. И момент у ворот Илиньо. 1-1 счет становится. Немножко не повезло в этой ситуации Роману с отскоком. Грамотно он расположил защитника. Вовремя нажал на отбор. Но мяч снова отлетел к нападающему. И оказывается он в сетке ворот. Хамес на Бейла, замах, очередное смещение, идет в центр штрафной, Бейл продолжает раскачивать защитников, и какой момент, вы посмотрите, должен был мяч после отскока снова оказываться у футболиста Илиньо, но попадает в руку голкипера и улетает за пределы поля на угловой. Шикарный дриблинг от Модрича, навес на дальнюю штангу. Бензема может пробить. Пытался щечкой аккуратно отправить мяч в сетку, но накрыл защитник. Бензема. Модрич. Смещается в центр. Карим Бензема с мячом. Еще один удар и гол. 2-1. Очень много использует точных ударов и линию. И пока это дает свои плоды. Снова он выходит вперед. Большое количество забитых мячей мы с вами наблюдаем в этой игре. 28-я минута, уже 3 мяча оказалось в сетке. Причем как одних, так и других ворот. Был ли здесь офсайд? Да, положение вне игры. Боковой арбитр
Поднял флажок, и игра была остановлена. Криштиану. Нарушение правил. 25 примерно метров до ворот. Может быть, 27. Мы сейчас увидим. Желтая карточка. 28. Огромное количество исполнителей у мадридского Реала. Гаррет Бейл у мяча. С левой ноги будет пытаться закрутить мяч в ближний угол. Игрок на штанге. Именно игрок выручает. Грамотно действует Элиньо. Понимает, что не очень желательно сразу ставить игрока на штангу. Потому что этим самым он оттянет линию офсайда и будет возможность разыграть, отправить мяч примерно к 11-метровой отметке, а может до того ближе к воротам и пробить с близкой дистанции. Карим Бензема за счет ролла пытался переиграть соперника, но в очередной раз защита сыграла здорово. Карвахаль. На Хамеса Родригеса. Криштиану быстро отыгрывается на Карима Бензема. Но снова неточная передача. В этом матче не такое серьезное преимущество чувствуется у Романа. Чуть увереннее действует Азив в обороне. Но все равно Роман очень здорово раскачивает своего оппонента из стороны в сторону. Использует техничный дриблинг для того, чтобы выиграть слегка побольше времени. Чтобы дать напарнику своему по команде ускориться. И за счет проникающих передач создает моменты. И удар опасный от Криштиану Роналду. Да, защитник, конечно, немножечко мешал. Навязал борьбу португальскому нападающему. Плюс голкипер оказался на нужной позиции. Но все же не стоит недооценивать португальца. Он может создать гол практически из любой ситуации. Еще один удар. На этот раз Хамес Родригес. И посмотрите, уже Азив поджал Романа на своей половине поля. Хорошо мяч контролирует. Модрич. Навес на 11-метровую отметку. Голкипер выходит, ошибается вратарь. Очень далеко вышел он из ворот. Подстраховали защитники в этой ситуации. Хесе. К сожалению, потери была возможность сейчас у Азифа поджать своего оппонента. Счет матча сравнять. Но подождите. Еще один момент возникает у ворот. Ну, странная, конечно, ситуация. Как мне показалось, также было нарушение и в непосредственной близости от ворот. Но арбитр назначил штрафной аж в 40 метрах. 2-1. Первый тайм закончен. Действительно интересный матч. Не собирается Азив пока что вылетать в лузера. Борется. 4-3-3 использует в этой игре. Продолжает и линию играть узкой схемой 4-1-2-1-2. У нас замена. Слышите, болельщики явно оценили действия этого игрока. Еще 45 минут впереди. Естественно, времени игрового, реального времени. Около 6 минут будет длиться второй тайм. Хороший момент Криштиану Роналду, но читал все Элиньо. Не форсировал события, не отбирал мяч. Бежал просто рядом, нагнетая обстановку, заставляя оппонента пробить поворотом из невыгодной ситуации. И в итоге угловой это все, что смог Азив заработать. Бейл. Навес на дальнюю штангу идет. Точно в руки голкиперу. Конечно, в таких ситуациях более предпочтительно сместить игрока в центр и навесить с рабочей ноги. Это же был Гаррет Бейл. Хамес бьет поворотом и снова мяч влетает в сетку от штанги. Красивый дальний удар залетает. 3-1. Вперед. Простите, не выходит, конечно, Роман. Упрочил он свое преимущество. Очень неплохо играет Рома. Комбинирует здорово в центре поля, использует большое количество передач, большое количество дриблинга, но и частые удары тоже применяет. Конечно же, имею в виду дальние удары за пределов штрафной. Тут же, правда, ответка идет от Азифа. 3-2. Снова разница в счете. Один гол.
Однако даже в этом моменте было заметно, как Азиф торопится. Была возможность сделать еще один шажок, чтобы потом уже наверняка отправить мяч в сетку. Но, как говорится, победители не судят. Удар в дальний угол. Точный удар щечка и 3-2. В этом матче еще абсолютно ничего не понятно. Данило. Смещается в центр, ускоряет Модрича. Передачу сделать на хорвата не получилось. Мяч откатывается назад на Тони Кросса. У того шикарнейший дальний удар. Тони Кросс! Нет, пытался обмануть своего оппонента сейчас Роман. Хотел заставить Азифа поверить в дальний удар, затем отдать передачу. Но Азиф не стал смещать защитника. Однако таки мяч снова залетает в сетку. Данила размотал своего оппонента за счет замаха. Ушел от него, резко прокинул вперед мяч. Под правую ногу подработал и отправил в ближний угол. Снова два мяча разница. Заброс на Хамиса. Слегка мяч срезался с ноги. Но какая ошибка от Марселу. Отработал бразилец. Бейл заставляет оппонента правила нарушить. И будет штрафной удар. Позиция очень опасная. Можно было продолжить игру, но решает Роман остановиться и дать возможность Тони Кроссу поразить ворота. Мяч снова попадает в штангу. Третья штанга от линию за два матча. Правда, в предыдущих двух моментах после каркаса мяч таки оказался в сетке. Очередное нарушение. На этот раз до ворот чуть большая дистанция. Хамис Родригес, и оказывается мяч в сетке в пятый раз. В сетке ворот Азифа. До окончания чуть больше 20 минут. Сложно. Будет очень сложно. Азифу сейчас расстроился, конечно, без сомнения. По лицу можно это легко увидеть. Ну, а кто бы здесь не расстроился? Первая игра Кубок России. Первая игра второго игрового дня в сетке плей-офф. И тут же такой сильный, серьезный, уверенный в себе соперник, как Роман. Никому, конечно, такого не пожелаешь. Модрич. Тони Кросс расстался с мячом. Слишком слабая передача. Криштиану Роналду. Очень в сложной ситуации находится сейчас Азиф. В такие моменты начинает казаться, что твоя команда просто перестает играть. Торопится с передачами, отдает с разворота, не дорабатывает немного. Очередной заброс в итоге проходит и красиво переигран голкипер. Удар парашютиком за шкирку и 6-2. Марселу. Модрич. Остается с мячом хорват. Серия отскоков. Бейл красиво на Хамиса. И седьмой гол сейчас может оказаться в сетке. Не очень точная передача. Сложный момент. До ворот оставалось не так много метров. Голкипер вовремя вышел. Криштиану Роналду оказывается в офсайде. Кросс. Хамис Родригес обратно на Кросса. Очередной заброс проходит. Очень много забросов в арсенале мы с вами наблюдаем у Илиньо. И практически каждая передача верхом находит адресатка. Все выверено, все четко и вовремя. В конце игры уже совершенно нет никакого желания у Азифа сейчас обороняться.
абсолютно не принципиально, с каким счетом он в этом матче проигрывает. Это же не групповой этап, это плей-офф. Наверняка в мыслях сейчас у него, как можно быстрее эту игру закончить. Но ребята играют на сцене, ребята играют на стриме, поэтому, естественно, будут доигрывать до конца. Крайне сомневаюсь, что сегодня мы с вами увидим досрочное завершение игр. Но все же я бы хотел отдать должное Азифу. Он очень здорово боролся в первом тайме. Тяжело ему играть против его именитого, сильного очень соперника. Но в этом матче он дважды догонял, дважды делал разницу в счете минимальной. И только с середины второго тайма уверенная игра Романа привела к такой серьезной разнице в счете. Позволила ему укрепить свое преимущество и забить несколько мячей. Снова заброс на Бейла, уже в компенсированное арбитром время. Бейл красиво разворачивается, подстраховал Пепе, и вот-вот прозвучит финальный свисток. Хамес, есть возможность забить восьмой гол, голкипер уверенно играет. Вот он, финальный свисток. Благодарят соперника друг друга за игру. Сейчас мы с вами подождем немножко и узнаем, кто же будет играть на сцене следующий.